Николай Кириченко, так в миру звали владыку, принял духовный сан полвека назад. С праздником духовного лидера Кубани поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев. Мы сегодня живем в мире, где ритм жизни очень активный. И где-то мы уже сами путаемся во времени и в пространстве, и в понимании, что является основным принципом жизни, основной ценностью. И чтобы все-таки не спутаться, не сбиться с пути истинного, тем более нашей Кубани, православной Кубани, нам нужна вот эта твердая опора. А всегда на Кубани твердой опорой была вера. Вот духовная опора, она необходима. А вы сегодня окаймляете всю нашу Кубань. Вы являетесь вот тем отцом нашей духовной опоры. Благодарю вас за ваше внимание, за ваши добрые пожелания. И от всей души хочется вам взаимно тоже пожелать в новом наступившем году уже лете благости Божией, здоровья, мира, добра. Почти 40 лет митрополит Исидор является главным духовным лицом Кубани.